Prepare for battle. Конечно, у меня в Dota TV, так что если у вас есть билет на World eSport Championship, который проходит прямо сейчас, финал, который проходит прямо сейчас, то слушайте в Dota TV. Ну и мы начинаем. Мы начинаем Best of 3, второй раунд, сетка лузеров. Проигравшая команда вылетает, занимает 5-6 место. И несолоно хлебавшись с $4000, едет домой. Команда, которая выиграет, сыграет сегодня же, сразу же в следующем матче против победителя пары LGD Newbie. Вот такой вот у нас простой расклад. Best of 3 играет между собой хорошо вам известные Na'Vi и EG. И давайте наблюдать. Universe. На что у меня с Вайдом, что или это у него вот от этой фигни так от Вайтхаммера его вот так вот переливает этого Вайда. Что-то переливался на меня. Да, Universe играет в сложной на Вайде, Артизи в миде на Банше, все понятно. PPD играет у нас на Джакира, Зай играет на Виномансере, Фир играет на Кэрри Урсе. Против них ФНГ на Бестмастере, Ванскор на Визаже, Хвост на Кэрри, Венгефул Спирит. Знаете, я неоднозначно отношусь к этому герою, когда его в роли Кэрри берут, но сегодня, ладно уж, будем надеяться на лучшее, скажем так. Дэнди в миде на Тинкере, и в легкой будет стоять Фаник на Фурионе против Вайда. Фаник Вайда, в принципе, должен пытаться отгонять, должен пытаться не давать ему фармить, но я не знаю, как тут у Глеба получится, я думаю, он прекрасно и без нас знает, что надо делать. Это же Глебка. Он может и чудо сотворить, и сильно натупить. Ну и трипла команды Na'Vi. Суппорт Бестмастер. Интереснейшее решение. Очень неожиданное решение, я уверен, для ЕГЭ. И, конечно же, понятное дело, что Na'Vi натренировывали это. И понятное дело, что есть какой-то определенный план. И учитывая, да, то, что мы говорили, если вы нас слушаете сегодня с самого утра, с 5 утра, напомним, мы в эфире, что команда Na'Vi очень много тренируется сейчас. Смотрите, не дают запулить только одного крипа. Браво, ФНГ и Ванскор. Команда Na'Vi очень много тренируется. Команда Na'Vi тренируется так, как не тренировалась никогда. И команда Na'Vi прекрасно знает, что им делать и как им играть. Ну, давайте надеяться, что это не просто так вот пик, что это действительно какая-то хорошая идея. Потому что на данный момент это смотрится круто. Хвост забирает всех крипов, хвост дынает всех крипов. В то же время, как два саппорта развлекают как могут. Ну, вот пошел гейль. Сейчас будет заморозок. Нет, не будет заморозочки. А, там долбрес, извините. Урса тем временем вот вынуждена чем заниматься. Фир взял, конечно, второй левел. Фир пытается фармить тем временем леса. На линии не стоит никто. Ну, на линии, по сути, это такой себе полуфермящий виномайсер, получающий экспу. Виномайсер. Ну вот опасно здесь стоять виномайсер. Опять-таки гель первого левела. Мы понимаем, что это такая себе штука. И особо спастись ты не сможешь, когда на тебя вдруг набросится. В миде у нас Дэнди 7-4, имеет против него 4-2 у Артура, и мы видим, вынуждает Дэнди Артура тратить ману на свормы, сразу же лазит, дает в лицо, а не дает спокойно с руки добивать Артизи, ну вот Артизи и в принципе ничего против не имеет, как бы свормы эта штука хорошая, вот 220 хп у Дэнди, он понимает, что его сейчас просто может... Тычку с вормой вообще сбреет, так что надо быть очень осторожным. Вот одного крипа ему не хватает до появления банки. Вот есть банка, скоро она к нему придет и станет немножко попроще. ФНГ спалился в миде, пробежал рядом, дал инфу и себе, и своей команде, и команде соперника. Сразу же должно быть немножечко кипиша лавок. Здесь Universe должно быть не особо-то весело, потому что он должен понимать, что ФНГ где-то здесь. Ну, ФНГ не печалится, ФНГ находится в миде. Пока мы видим, он не помогает никак. Как вообще теоретически может помочь Бист? Ну, типа Vision. Ну, типа есть хороший ультимейт. То есть это два огромнейших плюса, которые всегда будут приносить пользу. Но вот полетел уже, мы видим, ястреб на разведочку. Ну, хотя Хоук переводится, по-моему, или как ястреб. Черт его знает, как правильно переводится. Я с названиями птиц, у меня всегда проблемы на английском языке. Эти Хоукс, Иглс, Фалконс, Рейвенс, бла-бла-бла и так далее, и так далее, и так далее. То есть, тысячу разных знаний. Смотрите, вот выбегает ФНГ и просто вот так вот этой француженке по лицу дает.
Да, и Ортизи без маны, ФНГ понимает, что он очень плотный, и что у Ортизи на один сворм еще не хватит. Очень неплохо разменялся он по ХП, заставит он сейчас Ортизи ждать банку, заставит он того стоять на хайграунде у себя, не выходить к крипам поближе. Но это абсолютно верное решение, все очень четко. Мы видим Дэнди линию, в принципе... выигрывает 15-8 против 12-5. Фурион линию тоже выигрывает 24. Тут у Фанки дела хорошо. Ну и у хвоста 17-6. Но вот учитывая наличие, конечно же, винги и визажа, хотелось бы увидеть от нами все-таки раннюю какую-то агрессию. То есть какие-то атаки на виномайнсера на ранних левелах, что-то такое. Потому что, ну вот, план команды ЕГЭ, он, конечно, веселый, да, виномайнсер стоит, получает экспу, бла-бла-бла, Урс у нас в лесу нафармит, потом выбежит, ну вот, ну это такое себе, скажу я вам. Урса идет на быстрый вангвард, ну то есть с быстрым вангвардом, быстро убить Рошана, все хорошо. Птичка уже здесь висит. То есть тут Артем как бы намекает ФНГ. Нет, Рошана, ребята, мы вам отдавать не собираемся. Даже не надейтесь на халяву Рошана, никто здесь не отдаст. Ну, посмотрим. Итак, Фаник. Пятый левел, скоро будет шестой левел у Фаника. Это просто фактически будет призывом к тому, что стоит нападать. На любой части карты, где бы это ни было, надо будет нападать, потому что, ну, вы сами понимаете, что такое... Шестой левел Фуриона. Ну вот смотрите, выбегает Юниверс сразу по лицу. Ну Юниверс тоже 18-1, в принципе неплохо. 27-5 у Фаника. Фаник особо не парится денаем. То есть вот мы видим своих пеньков тоже не денает. Они умирают, дают экспу войну. И вот получает шестой левел. На Фаника врываться он сейчас не будет, потому что ему надо плюс один. Соло не убьет. Фир палит Фира. И вот Фир понимает, что надо бежать. Фир понимает, что надо бежать. Фир понимает, что Рошана ему убить просто так не дадут. В миде Ортизи огромные проблемы. У Ортизи залетает Фаник. ФНГ далековато пошел. Проблемы могут быть у ФНГ. Задувает его. Фаник делает все-таки форсблад. Сам погибнет от Тавара. Неужели? Неужели я хотел сказать, не погибнет, да, все-таки Фаник погибает у нас от вышки. Забирает Ортизи. Вот он. Своевременный залет все-таки на мидлейн. Фаник. Один имеет стату. Ну и все-таки он зарабатывает кучу экспы и денег за форсблат. У него 870 голды, покупает сразу же второй 0 талисман. То есть это будет вот такой вот у нас товарищ. Рошана все-таки отдали Фиру, потому что, ну, не было Фаника на тот момент. Не мог он прилететь, да и кто бы туда еще мог прилететь? Ортизи. Ортизи очень-очень-очень нагло играет. Вот хвост появился в миде. И... Ульт Фриона, я думал, сюда он будет сразу залетать. Но ну, не так-то и просто убить большую, как бы. Должны понимать, что да, у хвоста имеется первая аура, да, есть минус армор, но это все равно может быть маловато. Проблемы огромные у Виномайсера. Виномайсер первым гелем помазал, ну и понятное дело, что Фанику здесь плевать на первый гель, но вот закрыть нечем Виномайсера. Надо его добивать, и хорошо размансовал. Здесь у нас Зай, прилетает Юниверс, и вот он второй противник на ЕГЭ. Фаника убили, это, конечно, очень печально. Ван Скор цепнул Юниверса, вот нашли Зая. Зая отсюда не уйти, и Юниверса здесь тоже надо ловить. Зай точно погибает, хотя хвост очень битый сейчас, хвост, и плевочек залетает в Юниверса, и хвост погибает от Юниверса. Но как здесь Нави тупят-то? И Дэнди еще и к тому же параллельно в миде погиб. Дэнди погибает просто от Ортизи, который взял хосту. Вот это да. Понеслась дискотека от команды Нави. Нельзя так, конечно же, умирать, потому что действительно сейчас были ошибки. Ну и смерть Дэнди, конечно, это не хорошо никак. Четвертый левел Бисмастер. Своей команде пока помочь он не может абсолютно никак. Но как ты можешь помочь, имея четвертый левел? Как бы тут... Даже не знаю прям. Ну, я тем временем смотрю, что на данный момент в игре по состоянию на шестую минуту Нави ведут на 14%. То есть в плане денег и экспы, в общем,
То есть совсем немножко, но Нави впереди. Вот мы видим после этих фрагов ЕГЭ сразу же. Вы просто посмотрите, сколько экспы зарабатывает команда Evil Genius. Моментально. То есть до драки Нави вели на 14%, и после этого сразу не проиграли 2000 голды и 4500 экспы. И, соответственно, попадают в такой себе серьезный даунстрик. Особенно по экспириенсу. И несмотря на то, что топ-3 крипстата на карте на данный момент принадлежат именно ребятам из Нави, это мало что значит. Ну и вот он Дэнди, вот ему уже неприятно. Дэнди нужны тревела. Дэнди тревела свои вынесет не раньше, чем минута 15. Ну и после этого вы понимаете, что ему надо еще много-много-много времени. Много-много-много фарма и всего остального. Напали у нас на PPD, Фаник вместе с хвостом, ну тут, конечно же, без шансов для команды ЕГЭ. Вот, ой-ой-ой, Фаник, ну улетать из макропиры вот так вот, это, конечно, очень весело. Нельзя вот так тупить. Эпилепсия. PPD. Да, напали, убили очень быстро PPD, сделали третий фраг команда Нави. Ну и вот две ауры, как бы понятно, Inner Beast аура и аура Винги, да, когда это все будет работать, возможно, в принципе, это будет что-то веселое. Опять-таки, та же Винга будет помогать при куполах, то есть план, ну, в принципе, неплохой. Ну вот, вот Урса. Урса, которую надо будет кайтить, и теоретически ее можно кайтить, но что-то таки все-таки лагает у команды... Нави, и Артизи говорит, что просто-напросто свет в глаза мешает. Кстати, не первый раз я это от него слышу. И на StarLadder тоже, в частности, были претензии. А у команды ЕГЭ, что свет лицо им мешал, просили не отключать на момент игры. И включать только там между матчами, чтобы показать счастливые лица победителей, ну, либо проигравших, скажем так. Ну и спрашивает тут ФНГ, могут ли админы сделать что-то. Ну, ФНГ просто в Китае первый раз, и он еще не понимает, что админы абсолютно не понимают, что это не хочет. Че вообще этот чувак к нам прицепился? Я думаю, вряд ли. Что хвост? Ну, проблема у хвоста, и это очень плохо, потому что если бы он играл еще на каком-то, да, бронелобом, однокнопочном герое, куда ни шло, он играет на Винге, где, в принципе, очень-очень нужны иногда микромоменты при разнообразных врывах и так далее. Здесь, кстати, Артизи. Артизи в Инвизе очень опасный момент сейчас для Нави. Иван Скор идет на дефенс вместе с Фаником. Тауэр заминает, не получилось, и будут их здесь ловить, скорее всего. Ну, вот Артизи, да, ловит Иван Скора, забирает его, и Фаник отсюда просто убегает. Опять-таки, фраг плюс тавер не весело. Не веселые, скажем так, некоторые моменты для команды Нави. Ну и Ванскор. Да ладно, это как это получилось? Где он там зажал-то? Одной птичкой добил. По самому виноматься. И тут еще эфира палит. Неплохо, неплохо, скажем так. Обращаем внимание больше все-таки на кэрри героев. Хвост. Мы идем на нижнюю линию. Хвоста с Нетфорсом вообще беда. Он идет на седьмом месте. Ну, то есть, это не по сути не кэрри Винга. То есть, это Винга, которая получила немножечко фарма. И Винга, которая, ну, даже ПТ еще не собрала. То есть... Такая себе Винга. Нападать мы идем на Юниверса, он не стал. Он знает, что рядом находится PPD, не стал бросаться. Вот он Юниверс, вот он купил на ФНГ. Ванскор рядом, будет пытаться разменять. Тут же Макропира, ФНГ убили. ППД разменяет точно. Можно также цеплять Динамайтер. Динамайтер огромные проблемы у него. Его заплевывают, хвост слаб. Динамайтер надо убить, да, Динамайтер убили. Ну и Войд. Войд тут тоже вынужден давать ногу отсюда. Причем очень серьезно. Так, Юниверс и... Уходит отсюда Юниверс. Ну вот опасный был момент для Вайда. Скажем честно, не можно вот так вот и поплатиться очень серьезно за такие врывы. Ну неплохо, неплохо отыграли Нави. 2 в 1 размен. Очень быстро разменяли ФНГ. ФНГ 5 левел к тому же. То есть потеря... Ну был 4 левел на тот момент. Потеря героя 4 левела это ничего особенного, конечно же, на данный момент. Так что размен абсолютно полностью, наверное, все-таки в пользу
команды Натус Винсер. Фаник снизу. Сейчас будут у него проблемы. Блейдмен пытается собрать Фаник. Он пытается мансовать. Закрылся. Отлично. И пройдет ли баш? Да. И Фаник погибает. Вот так вот. Фаник играет вот по этой новой мете Адмирала Бульдогерской, да и не только. То есть фейзы 3-0 Блейдмейл, ну тут фейзы 2-0 Блейдмейл, окей. Кто-то посчитал, что это, наверное, самая правильная сборка, и это самый сбалансированный билдордер. Я не знаю, ну, может быть, там, да, против, не знаю, большие или урсы, это что-то прикольное. Ну, черт его знает. Дэнни, вот, открыла. Появляется Дэнимон 11-я минута, было и неправ, когда сказал, что будет 15-я. Появились намного раньше, чем хотелось. Ну, и на тут проблема Артиз. Давайте смотреть. Артиз закрывает его Фаник. Тут же ультимейт. Тут же заплевали и в секунде убили. Все правильно, чтобы не успел ультануть, чтобы не успела подойти команда там на подмогу. Очень быстро разорвали, очень быстро разобрались. И сбили опять. Там был стрик или там не было стрика? Нет, там не было стрика, просто 300 голды заработали. Ну, все более-менее. Бывало и похоже, скажем так. Ну что ж, ребят, а я еще раз напоминаю всем вам, что у нас параллельно также на нашем канале под номером 4, в нашем канале Star Ladder 4, вот буквально сейчас тут темные не поймали, PPD, проблемы огромные, сюда врывается уже Тинкер врывается прямо в купол, проблема у Фаника, Фаник стоит в Макропире, очень плохо, Дэнди тоже попал в Макропире, дает рокеты, Зая должны забрать, да, 2 в 1 разве, тут ультимейт Фуриона, байбэк делает Фаник, неужели будет летать на Юниверса, нет, не влетает он на Юниверса, тоже надо ему лететь сюда и помогать птичкам толкать, там, птички здесь играют, как у Cloud9, да, хоть по 10 дэмэджа, но вышку они бьют просто постоянно, да. 9-8, Навито выходит вперед, опять-таки зарабатывает 2 фрага, теряя Фаника, ну байбэк Фаника. Ну вот как-то нервно так играет Галибаня сегодня. Согласитесь, ну и 5-4-1, статистика говорит сама за себя. Глебка сейчас не фармит, понятное дело, у него байбэк. Голд пенальти, нет смысла ему фармить, это супер боевой, не фармящий, летающий, убивающий Фурион. Действительно хороший герой. Ну, опять-таки, да, мы можем говорить, где считаю, что пишите. А свап от Артизи. Хорошо. Влетает до Дэнди. И также может поймать Зая. Ну, тут хвост немножко зажался. Прыгает Юниверс. Дерется до конца с ним хвост. Юниверс включил Мэтнес. Надо его под Мэтнесом навешать здесь максимально. И Юниверс, едва живой, закрыли его. Да, Юниверс погибает. И вот тут Блейдмейл здесь от Фаника. Фаник дерется с Виномансером. Дерется также с PPD. Закончился Блейдмейл. Фаник, надо улетать отсюда. Рядом Пир и... До свидания, Фаник. Но 3 в 2. Команда Нави здесь фиданула. Дэнди не погиб. Дэнди только один раз успел прилететь. Стянули 5 ЕГЭ. В принципе, размен не печальный для Нави. Ну, а учитывая тот факт, что все-таки Нави как ни крути на данный момент все-таки проигрывают, то, наверное, размен хороший. Проигрывают Нави 3800 голды. И вот, ну, смотрите, по XP-то отыгрались 3000 XP. Так что not bad. Ну вот он хвост, который появится скоро Мека. Мека Виномансер появился раньше, чем Керри Хвоста. Дэнни, который начинает более-менее фармить по карте. Ну, опять-таки, мы можем долго возвращаться к тому вопросу, стоит ли Дэнни весь фарм собирать или не стоит. Как стоит играть, как не стоит играть. Ну, это все... Это все такое. Так, тем временем здесь. PPD, Зай. Юниверс. У Юниверса начнет скоро появиться Малыштром. Отличная игра просто от Юниверса. Кстати, действительно, купола. Ну, говорить о том, что у Юниверса отлично пошла игра на войде, это абсолютно бессмысленно. Потому что, как бы... Юниверс на этом герое играет постоянно хорошо. На топе. Закрыли Артура. Врывается. Ну вот, это, конечно, без шансов. Это, конечно, без шансов. Вот 3-0 фейзы и Блейдмейл. Все, запах готов у Фаника. Ну и пока убивает артист довольно сильно. А здесь второго Рошана, очень быстро забирает команда ЕГЭ. Ир Юниверс тут на двоих разматывает, конечно, очень сильно. У ЕГЭ все очень круто. У ЕГЭ в плане героев шикарный выбор, но если Нави им дадут дойти. То есть мы понимаем, что если ворвутся иногда ЕГЭ, то им могут там очень серьезно навешать.
Dire's top tower is under attack. То есть Нави надо постоянно держать команду ЕГЭ как-то на расстоянии. Как-то кайте. То есть какие-то там спруты, какие-то свапы, какие-то станы, лазеры, что-то такое. Как только ЕГЭ будут добираться до игроков на... Опа! Поймали хвоста. Будет ли сейв какой-то? Нет, сейва здесь нет. Будет свап хвоста, разве что. Хвост успели свапать себя, но тут Вир прыгает. Очень-очень хорошо. Хвост юзанул Меку, Толстану. Юниверс огромные травмы. Юниверс здесь погибает. Хвост разменял сам себя. И теперь Фир побежал. Вот он опасность. Смотрите на этого Фира. Блядь, Нагислол. Лил. Прибежал Аркизи, убивает Дэнни, Гейль мимо, Пир, Дэнни очень хочет убить Дэнни, Дэнни мансует, Дэнни, заморозки не попали, Дэнни пытается уйти до конца, Дэнни погибает Дуал Бреса, размен 2 в 1, ну точнее 2 в 2, считая Эггис, уходит отсюда Нави, ЕГЭ хорошо давит, надо еще поймать Маскора, Клэппи хватили дэмэджа и не хватает буквально одного удара. Ваня почти уже был заживо здесь похоронен, но все-таки выживает Ванскор. И говорит, все нормально, пацаны. Я на базе. Но тогда Тавр будет забирать ЕГЭ. У Артизи ультимейт будет действовать еще секунду. Да, все, закончился. И, но Тавр-то забрать надо. Т2. Проблемы. Фурион в миде. А нет, Юниверс в миде, извините. ФНГ здесь. И залетает в спину Нави. Вы смотрите, один наглый телепорт будет пытаться ловить хвост. Фир прыгает на него, хвост дает стан, хвост живой, свап ванскора, минус арморк на Фира, у Фира могут быть травлы, да, вот он Фаник должен скрывать Фира, должен пытаться закрыть даже двоих, включать Блейдмейт, очень хорошо все делает здесь Фаник, скрывает Динамайтера, тут же Дэдди с догоном, минус один, минус два, Зай пытается мансовать, но тут никуда Заю не уйти, минус три, а бы Артизи еще убежал, сейчас без спруты, вот они спруты, Тинкер прибегает, Артизи нечем проесть на кулдауне, все остальное, купол. Купол от Юниверса, одного убил, второго может не успеть, точнее не успеет 100%, и это минус 4, из которых 2 фрага делает Дэнди, 2 фрага делает Фанни, ЕГЭ, Фанни, говорю Фанни, боже, Дэнди и Фанни, ЕГЭ очень сильно сейчас загнались, очень сильно загнались. Не надо было настолько нагнять. Было абсолютно... Ну, когда Войд сюда ушел, было очевидно, что Нави ворвутся. Почему ЕГЭ остались, я не знаю. То есть, если так, здесь что, драка сейчас продолжится? Ну, вот, что-то нагли... Лол, Юниверс, что ты делаешь? Юниверс просто включает Мэднес и идет. Дэнди уже как бы больно бьет. Дэнди, а что Дэнди делает? Дэнди тут погибает. Да, Дэнни здесь 100% погибает, и вот тут саппорты просто размансили. Я не понимаю то, что сделал Дэнни, не имея маны, взял вот отсюда, почему-то заблинковался вот сюда. С надеждой, что ее там Фир не найдет в лесах, лишь... Ну, такое. Пошел на свой фест, Фаник тоже вот здесь же погиб. Так вот, Юниверс тупанул там с Мэднесом, потом Фанни, потом Дэнди, то есть как бы тут пошел фестиваль. Ладно, не будем возвращаться к драке вот возле этого Т2 Тара, потому что это была определенно, возможно, даже решающая ошибка команды ЕГЭ. Нельзя так ошибаться. 4000 голды по-прежнему ведут американцы, 2500 экспы впереди злые гении. Ну и вот Нави показали, что они уже опасны, и в первую очередь тем, что они умеют затягивать драки. То есть, что самое главное сейчас для Нави? Это затянуть драку, чтобы она длилась 25-35 секунд. За 25-35 секунд товарищ Тинкер успевает слетать на базу дважды и разрядить, не знаю, там, 3 лазера, 3 рокета, 5 догонов, да? Это минимум. Ну и понятное дело, что пережить это невозможно. Фаник, Митрилхаммер, есть Gloves of Haste, появится Малаштром, типичный Блейдмейл Фейзы 3.0, ФНГ у нас, Аркан Тапки, Мэджик Вонт и Дондо 1500. Я надеюсь, Дэнни не будет грейдить сейчас догон, я очень надеюсь, что Дэнни начнет сразу же копить 3400 на появление сначала Гаста, ну точнее, вот за 1600 сразу год, все отлично, Даня. Красавчики, он прекрасно понимает, против кого он играет. Он играет против Урса и против Вайда. Грейдить здесь догон был бы просто-напросто киберспортивным самоубийством. Назовем это так. Так что тут абсолютно верное решение выбирает Дэндимон. Что же у Фира? У Фира тем временем будет Хекс. Это должен быть Хекс. Ничего другого. Мы Дебхир, кстати, не стал делать ни Вангвард, ни Владмирс, ни... что-либо другое. Блин, я сегодня Владмирс уже за 3 Вангварда нажал, пожал, по-моему, да?
Ну, бивает, ребята, бивает, вы же извините. Так вот, ни Владмирс не начал фир делать, ни какие-то другие шмотки, ни Фейзы не начал клепать образа Даггера, сразу будет выходить в Гекс. Пусть Гекзон будет ему получше. Скорее всего. Как ни крути, все равно я считаю, вот это вот неправильная реализация Урсы. Урса, который ходил там в лесах, и на мать расставили на линии, такое. Invisibility. Dire's middle tower is under attack. Пирт зафармил еще немножко. Ну что ж, на топе хвост. Хвост, у которого ничего нового нету, есть 1200, не знаю, может стоит ему огонь собрать. Т2 тавр пушит мидя. Экшон тем временем, Дэнди отменил ТП, напали на ванскора, Юниверс очень больно и очень хотят сигнал ловить Юниверса в момент, когда у него включен на Madness, потому что, ну вы сами понимаете, что с ним происходит. Хвост, хвост будет свап Фира, хвост бежал до конца, очень хотел все-таки достать свап Фира, но немножечко не хватило ему РНЖ, так и Фир убежал. Dire's middle tower has been denied. Ну что, снизу, ой-ой-ой, тут хорошо напали на панька, отличный ультимейт, по Дэнди тоже попало, Дэнди, догон, ракеты, лазер в Виномайстер, успеет ли еще что-то дать Дэнди, Дэнди просто отсюда уходит, не желает он драться до конца, улетает отсюда Войд, улетает также оттуда Виномайстер, но мы видим в итоге смерть Фанька оказалась не разменена ни на что. Продолжаем смотреть. Здесь вылазка от ФНГ. Что-то интересное задумал ФНГ, но мы понимаем, в чем огромный плюс Беста, да, в связке с Тинкером. То, что Тинкер прилетает в любую драку, в любую точку и куда угодно. И вот как только ФНГ кого-то находит и орет на него, это фактически сразу фраг. Ну вот он Джакира, вот птичка сейчас спалила Джакира. ФНГ пробежался, хвост забрал ДД, врыв на хайграм. Здесь уже Фанни включает Блайдмейл, ловит Артизи, полетели молнии, разорвали PPD. Ну и вот как-то неправильно, наверное, здесь сыграли, знаешь, то, что, ну, разорвали PPD, это, конечно, хорошо, но надо было, наверное, на других героев сразу же перенастроиться, пытаться цепануть еще кого-то. Но не следует, драка продолжается, ванскор, огромные траблы, ванскор, поймали, убили, здесь Дэнни летит у нас на кабана, кабана убивает, Дэнни не может прилететь, и все плохо сейчас для Нави, Фира нечем убивать, вот Фира поймали, будут разве что-то пары, хвост остается один власть, здесь залетает Фанни, будет пытаться что-то сделать, вот он Юниверс, отличный купол закрывает хвоста, а хвосту очень-очень больно, и хвост успеет ли Меку юзнуть, нет у него Меки, к сожалению, но прилетел Дэнни, получил тут же Сайленс, ушел в ГОСТ, размен 2 в 2, проблем огромный у ФНГ тоже. Погибает, Дэнди забирает Артизи, и это 4 в 3. Дэнди, Дэнди дерется здесь с Виномастером. Может быть, не стоит здесь Зави бежать за Дэндимоном. Есть мнение, что, наверное, все-таки не надо. Ну что, можно и получить сейчас на развороте лазером в лицо. Наверное, все-таки не надо бежать Зави. Ну, Дэнди решил вот так вот. И улететь от Зая. 4 в 2. Драку выигрывает ЕГЭ. Выигрывает опять-таки из-за того, что Нави начинает драку неправильно. Слишком много они энергии, возможностей и сил тратят для того, чтобы убить. Ну и мы продолжаем наблюдать. Вот очень интересно, что дальше будут придумывать парни из из Нави конкретно. Потому что, ну, мы увидели уже, как приблизительно они там планируют каждую драку проводить. Опять-таки, залетели, поймали, убили. Но, ну, не PPD надо ловить. Я думаю, это уже понятно. Есть
Юниверс очень хочет себе БКБ. Ну и в принципе, не только БКБ. В принципе, сюда можно залетать и что-то другое. Так, вот ультимейт прошелся. Знает, где их видят. PPD сразу дает на ноги. Ну, они не понимают, что их видит. То есть это может быть абсолютно что угодно. Это могут быть и птицы, и две без Ажовских, и одна без мастера. Это могут быть и варды. Это могут быть какие-то пеньки загулявшие, или кто-то в смоке, или да что угодно может быть. Вот он Фаник. 2-4 у Фаника. 3-0 Blade Mail. Что там у Дэнди с появлением Этери? А уже есть Этери, лол, и уже пошел грейд догона. Фаник уже на топе. Фаник пошел. Пошел делать бульдога. Ну а тут Рошана ЕГЭ убивает. Надо выигрывать время здесь для Фаника. Ребята не с нами. Залетают птицы. Одна села, врывается Фаник прямо сюда в толпу. Фаник не успевает ничего украсть. Фаник, Блэйд Мэйл танкует максимально. Хотя нет, Фаник все-таки ворует сыр и погибает после того, как украл сыр. Минус ФНГ, минус хвост. Просто тупо фиданули. Фаник зачем-то прилетел на Рошана. Я думал, что они будут выигрывать время для того, чтобы Фаник забрал Т3, а Фаник взял, прилетел в самый разгар драки, и это минус 4. ЕГЭ, конечно, сделали все, что от них требуется, но тут, по-моему, вы знаете, и... не знаю, любая команда из Аматрики, Старладера сделала бы все как надо, потому что фейл от Нави просто невероятнейший. Фаник врывается на двоих пацанов, которые вносят триллиард дэмэджа. Да, украл сыр. Ну, молодец. Что еще могу сказать? Аегис, я так понимаю, тоже... А, нет, Аегис у профетки. Аегис все нормально в Аркизе. И в итоге, каким-то образом, все игроки на моментально умирают, не разменивает Т3 ни на что. Это, конечно, печальный исход этой драки. Что-то хорошее сказать, но я не знаю, потому что Аркизе сейчас убьют. Нет, ФНГ решил не ультовать. А, нет, у него нет ультимейта, извините, он бежит до конца. Сейчас будет он Роар. Без Роара решили разобраться. Вот он Фир, ФНГ в Хиксе. ФНГ не успеет покричать. Да, ФНГ не успеет покричать. Хвоста тоже поймали. И хвоста тоже схватили. Браво, ЕГЭ. Браво, отличная игра от Evil Geniuses. Просто очень четко байтанули. Очень четко вытянули на себя. Сначала ФНГ, у которого не было рора, потом подтянули туда же хвоста, ну и вот она, вот он результат, скажем так. Отличная игра. Invisibility. Ну, а мы продолжаем наблюдать за потугами Нави что-то придумать. Ну, конечно же, все в руках у Дэнди. Конечно же, Дэнди сможет как-то что-то придумать. Но выиграть игру, не знаю. Если вы с самого утра, опять-таки, с нами, если вы смотрите там не только... матчи на первом нашем канале. Я напомню, что на канале StarLadder 4 вот скоро начнется игра Cloud9 VG Gaming. Там проблема у одного игрока с Cloud9, что там с компьютером не может он зайти. В любом случае, заходите, перезапускайте также и Twitch, оба наших канала, StarLadder 1 и StarLadder 4. Обязательно смотрите за игрой, там все-таки Cloud9 VG Gaming, финал виноров турнира, это... очень крутой матч там нас ждет. Так вот, в прошлом матче, который закончился буквально несколько минут назад, в первом раунде лузеров играла команда LGD Gaming против LGD Deck. И там тоже был Тинкер. Надежда команды LGD Deck как раз таки была на Тинкер. Но там был хотя бы 25-го левела Doom с рефрешером, который постоянно этому самому Тинкеру помогал. Здесь никаким Doom'ом, конечно, не пахнет. И все, чем могут помочь Тинкеру, это Blade Mail, да? Ну, окей, Мьёлнир. Ну, опять-таки, БКБ у Винги, мы понимаем, сами ничего не дает. Да, Винга хороший герой, если она умирает. Но если она умирает, она уже не хороший герой. Правильно? Cloud9 против Vici Gaming начинается прямо сейчас. Так что еще раз вам напоминаю. Канал StarLadder 4. Заходите туда. Там очень интересный матч. В миде на Зай надо, наверное, напрыгнуть. Рядом тут несколько игроков команды Na'Vi. Вот пытается как-то бытануть на
птицу, тут два кабана выбежали, ну, Зайфрус там бежать, тут же Юниверс сразу же на ФНГ бросать, дайте ему урон, БКБ, Юниверс еще забашит ванскор, конечно же, отлично, еще башит, и отлично, минус 2, супер, артист забирает фраг, теперь Дэнди надо мансовать отсюда, что его могут поймать. Моментальная реакция на происходящее у команды ЕГЭ. Ой, хвост миди встряет. Тут же Юниверс сразу же башит. Минус хвост. Все. Все. Тут ЕГЭ уже своего не отпустит. ЕГЭ просто идут и изничтожают команду Нави. 12 тысяч голды, 23 тысячи экспы. Артизи хочет идти просто на Т3, но вынужден пока мучиться с Бэкдором на Т2 тауэре. Ибо, ну а что ж поделаешь-то? Что ж поделаешь? Вот, падает Т2. И пошла атака на Т3. В дефенсе один Дэнди. Ну, Фаник, конечно, вместе с ним. Фаник, ну, как в дефенсе Фаник здесь на топе. Пытается что-то придумать. Юниверс не спидпушит. Нет, ЕГЭ все-таки не решили с первого раза зайти и все сломать. Потом, говорят, потом зайдем. Потом повоюем. Проблемы могут быть у Тинкера. Брыв, Дэнди получает сайленс, будет его здесь ловить. Артизи с ДД, как больно Дэнди. Да, поймали здесь Дэндимона, Зай просто байтил на себя великолепно. Рядом из леса выскочил Артурка и как будто ждал он здесь Данилу. И тут же моментально сбривает мидера команды NatSwinz. 21-32, ЕГЭ впереди, но вы видели уже графики, очередной раз их показывать. Мусоль, конечно же, нет смысла. Нави пока проигрывают без шансов на первой карте. Ну, хотя до определенного момента у них были какие-то шансы, да, вот та драка, где там четверо умерли, ЕГЭ и так далее, под Т2 тауэром она могла на кое-что повлиять, и там Нави были на расстоянии вытянутой руки, буквально от Evil Genesis. Но... бе-бе-бе. Не пошло. Как говорил Сашка Хвост, бом-бом. Ну, ЕГЭ, конечно, что утренний сегодняшний матч против ХГТ, я очень советую пересмотреть запись этой игры, если у вас есть билеты в Dota TV. Ну, если нету билетов в Dota TV, то посмотрите на Ютубе, обязательно есть там на что поглядеть. Игра того стоит. Что там Фир после Хикса собирает? Не знаю, что это будет. Линка? Он поставил? Линка, кстати, неплохо смотрится. И себе помогать, и другим, как бы, хороший герой, плюс с Хиксом, плюс Линкой, что надо. Продолжает фармить Фир, здесь опять-таки три птицы, здесь будет пытаться поймать того же Виномансера вместе с Вайдом. У Вайда уже, вот у БКБ, кстати, у Юниверса это очень крутая тема. Если он ставит купол, то на 99,9% люди, которые попадают в этот самый купол, они уже видят. Ибо БКБ. Ибо никакой лазер не страшен, ничего другое. Ну, кроме свап, конечно. Но мы видели последние 2-3 купола. Свап был не страшен, да, потому что Венга была в том самом куполе. Да, Нави сейчас пытается выформить каких-то денег для того, чтобы защищаться. Вот у хвоста появляется Блэкинг Бар, который, ну, вряд ли что-то ему даст. Ну, хотя, может, и даст что-то. Хотя бы Банша не так мешать будет, да? Ну и вот он ванскор, его три птички. Надо улетать отсюда, да, ванскор. Уносит ноги на базу. Есть Аганим, есть медальон, есть тапок. 33 минуты игры прошло. Ну, нормально. Что там вы хотите? Для визажа самое оно. А вот тут у птичек проблемы. Одна уже мерла. Сейчас будут добирать и вторую, и третью. Доберут ли? Там Артизи тем временем минус ФНГ. Вторую добрали, ну и третью тут просто, наверное, стоит отдать, потому что ничего ей не светит. Нет, все-таки перевызвал в миде. Ванскор, ну и тут уже давит. ЕГЭ на топе, конечно, Фаник, пытается с блинка уйти. И вот он купал от Юниверса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ударов. Отлично.
Dominating Universe. Отличная игра от EG в очередной раз. Здесь хвост бегает, БКБ пытается что-то делать. БКБ также включает Артизиго. Скептер бросает поста. Хвост пытается как-то уйти. Горит Макропирик. Вот все-таки выживает. Дэнди раскаст. Отбивается с первого раза. Ну, три мертвых героя. Все равно-то есть, как отбивается. Стали живет только Дэнди и хвост. Вот она мега. Вот он пайп. Заходит. И уже идет. Кусаки. Летят, конечно, двойные. Тяжело под ними зайти. Вот птичек сейчас еще и потерял. К тому же ванскор. Они у него на очень серьезном кулдауне. Две минуты не будет птиц. Артизис забежал на хайграунд. Поднимает ветра по НГ. Дает сайленс. Здесь же кабан пытается как-то отбиваться. Дэнди пытался сюда залететь. Но эфир тут даже просто блин сразу под ноги к Дэндимону. Т-3 Тауэр по-прежнему стоит. Наверное, отбивается, конечно, неплохо, но все равно этого будет мало. Вот он пост, поймали Зая, Зай жив, Зай еще ну, перед смертью, ФНГ не успел бросить даже топоры, и ФНГ погибает здесь, хвост берет с Артизи, получает ветра, вот она, добрый, с хвост горит и погибает. ГГ! ГГ, браво, ЕГЭ! Очень хорошая игра от американского коллектива, очень хорошая игра от бронзовых призеров чемпионата мира, бронзовых призеров интернешнла. Ну и пока они явно сильнее Нави. Может быть, опять-таки, это только первый матч.